Всем привет! Меня зовут Катя, и вы на канале Aromatic Bubble. Сегодня вместе с вами я буду заливать вот такой вот топер тепла и уюта. Давно искала эту надпись и как раз нашла ее в группе Emerald Molds. Сейчас мы с вами сначала зальем этот топер, и потом в конце видео я покажу, какие теплые и красивые наборы можно с ним собрать. Заливать я буду только в два цвета. Мне понадобится белая основа. В одном стаканчике белая основа так и останется белой, а в другом стакане я ее окрашу в нежно-голубой цвет. Использовать буду синюю турецкую пасту. Одушку я выбрала грейпфрут. Хорошо сбрызгиваем форму спиртом. Лишний спирт удаляем из формы. Теперь с помощью пипетки будем заливать белую основу. Здесь очень удобно сделаны вот эти прорези. Капаешь в одном месте, и основа сама растекается. Мне так понравилось. Я тут наигралась, наверное, уже с этой формой. Всякие разные заливки, всякие варианты заливок я попробовала. Без вот такого вот белого залива. То есть только мраморную заливку. И вот такая. Но, честно говоря, когда вот так вот выделяешь, мне, конечно, понравилось больше. Более четко. То, что основа вытекает за пределы букв, это ничего страшного, потому что потом я хочу сделать дополнительно мраморную заливку, именно белой основой. И как раз вот, как я уже сказала, да, всякие разные варианты я попробовала, и как раз покажу вам, как всякие варианты смотрятся. Поэтому никак вот это вот белое, да, то, что у меня осталось, никак я не удаляю. Если вы хотите четкие буквы и потом сделать вот второй слой, да, то есть вот здесь вот такая ступенька, то тогда, конечно, нужно будет ножичком аккуратненько почистить. В основном основа затекается, как видите, вдоль бортиков. Поэтому подцепили ножичком или зубочисткой, и все отлично оттуда вытаскивается. Так, основу для голубого цвета я растопила. Растапливала ее не полностью, то есть если посмотрите, там еще плавают кусочки. Ну, пока я тут буду все это замешивать, они у нас разойдутся в основе. Делать буду неяркий цвет. Вес топера около 62 грамм, по-моему. И вот на этот вес я, наверное, сделаю 4 или 5 капель пигмента. Да, вот такой, смотрите, какой получается светлый нежный оттенок. Я очень люблю всякие разные цитрусовые ароматы. Как раз я их использую для Нового года. Апельсины, мандарины, юзу, грейпфрукты, хвоя и цитрус. Ну, в общем, всякие разные. Смотрите, теперь вот такой совет. Во-первых, сбрызгиваем спиртом. Наливаем горячую основу. Так она у нас схватит все вот эти вот буковки, и они не отслоятся потом в будущем. Наливаем основу, прокручиваем. Сразу же выливаем ее. Переворачиваем форму и даем основе стечь. Лишняя основа стекает. Та, что надо, остается у нас на основе. То есть сейчас получится такой вот прям плавный, красивый белый переход. И я выделила вот эти вот бортики все. Вот так можно прогнать основу для того, чтобы она равномерно у нас распределилась. Где-то, видите, вот такая вот лужица. И то есть потом уже на готовом мыле это получается очень красиво. Все, белый слой у нас схватился. Синяя основа, голубая, как раз у нас немножечко остыла. Растворились все кубики, которые у нас оставались в основе. И вот эта голубая основа должна быть рабочей температуры. Вы постоянно спрашиваете, что это такое. Это когда эта основа не растопит предыдущий слой. Как это можно проверить? Поднесите к запястью или к губам, и вам не должно быть горячо. Если использовать, например, градусник, термометр, инфракрасный или там электронный, то это должно быть около 50 градусов.
сбрызгиваем спиртом и наливаю основу. Вот так вот сначала ополаскиваю, чтобы случайно голубая основа не растопила белую. И все, наливаем до конца. Чтобы ускорить процесс, я сейчас поставлю эту форму в холодильник. Форма моя застыла. Давайте будем доставать мыло и посмотрим, как оно выглядит. Вот, посмотрите, какой красивый топпер. За счет белой мраморной обливки у нас выделились местами вот эти вот бортики. Вот здесь такая, как бы мраморная, да, получается, сторона. И очень нежный топпер. Также, смотрите, еще можно сделать вот так. То есть здесь буковки я вообще не заливала. То есть вот, как бы белая мраморная заливка, что куда попало, то там и осталось. Но, в принципе, с выделением букв мне понравилось больше. И четкое выделение букв. Здесь я смешивала в заднем фоне, да, в последнем, в третьем фоне фиолетовый и белый. Смотрите, как интересно осел. Вот, в два цвета здесь я уже заливала. И точно такая же рыженькая надпись. Вот. И теперь смотрите, сколько всяких разных мыльцев я залила. Мы сейчас с вами будем составлять разные наборы. Так, сейчас я это расположу. Вот, все поместилось. Нет, не все поместилось. Еще вот такие розочки. Коралловый красивый цвет. Так, вот так вот. В чем можно собирать? Самое главное, самое первое, это какая у меня появилась мысль и как раз подо что я, в принципе, заливала некоторые цвета. Это у меня остались, ой, извините, примеряла. У меня осталось, по-моему, 2 или 3 года назад, когда был год мыши, в фикс-прайсе продавались вот такие вот шкатулочки. Это фанера. Когда они были свежие, просто такой вот запах дерева, очень вкусно. Вот сейчас, правда, уже подвыветрились. Ну вот, остались у меня нераспроданные такие вот шкатулочки, и в них как раз я планирую собирать набор. Так, сейчас покажу, как это будет смотреться. К сожалению, рукавички сюда не помещаются, то есть у них высокие пальцы. Вот, то есть либо ждать, пока это мыло подсохнет, либо, ну, тогда как бы не до конца закрывать, но, к сожалению, рукавички сюда не подходят. Тогда вот такой вот шарфик. Шарфик это от Сапанели. Так, а что это я так некрасиво? С наполнителем давайте будем делать. Наполнителя нужно немножко, потому что высота у нас здесь ограниченная. Ну, в принципе, можно здесь из бумагой тишью делать эти наборы. Тут уже, как говорится, ваша фантазия. Так, кладем шарфик. На шарфик кладем... Кого мы положим? Давайте положим котенка. Этот котенок из группы Hobby Form. Вот такой вот котенок. Вот такая вот надпись. Так, и куча-куча разных вот таких вот шариков каких-нибудь посветлее, потемнее. Вот так вот. Вот так вот. Всякие разные. Вот, посмотрите, какой получается красивый набор. В фиолетовом цвете. И шкатулочка прекрасно закрывается. Вот. Это один такой вариант. Так, также в этой же шкатулочке, здесь, видите, присутствуют всякие разные, да, и оранжевые, и красные, и зеленые, в общем, по-моему, можно любые. На самом деле шкатулочек у меня всяких разных много. Фиолетовый надо было сюда собирать, мне кажется, да, красиво бы смотрелось. А сюда вот можно еще оранжевый сделать. Вот. Давайте будем оранжевый. Так, вот такой у меня шарфик есть. Сюда давайте мы положим, вот, например, такого зайчика.
и добавим вот такие вот, а не влезает, тогда морковку. Так, зайчик — это мир мыла, морковка — это тоже мир мыла, и закидаем всякими разными шариками, вот так вот тоже, смотрите, как красиво, да, смотрится. И точно так же все закрывается. Вот такие наборы. Так, идем дальше. Если таких шкатулочек... А, кстати, давайте сразу буду размер говорить, так, чтобы примерно представлять, какого размера, да, это. Внутренний, говорю, размер 16,8 на 8,5. Вот такие вот шкатулочки. Если у кого таких шкатулок нет, ну, кстати, вот еще вот такая вот синяя шкатулочка, и сюда можно, как я уже сказала, да, рукавички, надо им дать подсохнуть, но просто как вариант, как идею, да, покажу. Рукавички — это мир мыла, котенок — это сапонели, пряточка. Оп. Так, тепла и уюта. И вот такой вот клубочек. Ну, естественно, здесь не закроется, но либо клубочек обрезать, либо, опять же, ждать усушки. Если таких шкатулочек нет, то можно использовать вот такая вот, посмотрите. Это, по-моему, в прошлом году они появились, эти коробочки. Вот такая вот. И здесь у нас пластиковая крышка идет сверху. Вот такая вот крышка. Так, здесь уже высота, по-моему, чуть побольше. Но сейчас мы посмотрим. Давайте мы сюда положим рукавички. Предположим, зайчика вот такого. Так, сейчас как-нибудь вот так вот, наверное, да? Вот так. Так, сюда топпер. Сюда клубочек. Разроем наполнитель, потому что клубок иначе не влезает. Вот, шикарно. Шикарно поместилось. И заполняем пустоту всякими разными красивыми шариками в цвет нашего набора. Вот так вот это смотрится. Ну и дальше уже закрывается крышка. Так, ну ладно, закрывать я не буду. Вот такой вот наборчик. Зайчика можно такого, можно такого. Ну, смотрите, тут, мне кажется, серенький все-таки лучше смотрится. Вот так вот. Так, или кто у нас еще? Или вот такой вот котенок. Вот так. Такс, пошли собирать дальше. Также, например, набор можно вот в таких коробочках. Подарок. Здесь мы, например... О, кстати, здесь уже можно собрать вот такой вот наборчик. Вот посмотрите, как... Тоже это красиво смотрится. Так, кого мы тут положим? Давайте вот этого зайчика положим. И накидаем всяких разных шариков. Вот так. Замечательно смотрится. Мне нравится. Так, а если мы сюда добавим, например, не фиолетовое. Так, у меня есть... Так. Вот эти вот коробочки. Внутренний размер у них получается 15 на 10,5 сантиметров. Одна и другая. Да. Так, еще у меня... По-моему, я на Сималэнде покупала. Сейчас уже не помню. Но вот такие вот красивые. Может быть, даже в фикс-прайсе.
Здесь коробка просто огромная. Она получается 12,5 на 16,5. И высота борта у них 5,5 сантиметров. Вот. Тут уже, как говорится, можно разойтись и наделать всякого разного. Так, давайте сюда шарфик тепла и уюта. Так, зайчик. Сюда уже можно добавить капусту, морковки. Кстати, капуста белокочанная, это тоже мир мыла, а это мастерская Маргарита. Вот такая. О, смотрите, как красиво, как красиво. Так, можно добавить какую-нибудь зелень, это уже на ваше усмотрение. Вот так. Ой, вот так. Тут как какой-то горошек у меня получился прям. Вот, посмотрите, какой красивый получается набор. Все это закрывается, закрепить можно скотчем, либо оставить как есть. Также сюда еще можно добавить, например, вот клубочек. Все это, в принципе, гармонично смотрится. Смотрите, как шикарно. Мне нравится. Так, и, наверное, стандартные коробочки, да, это которые 15 на 11 сантиметров. Это стандарт. Кстати, смотрите, разная заливка, рукавички. Рукавички тоже мир мыла. Шарфик Сапанели. Если я не сказала, забыла. Рукавички эти заливались мраморной заливкой. То есть сначала я полоснула белым и потом же заливала сиреневой. Здесь все поэтапно. Чуть-чуть белого, чуть-чуть сиреневого. И они уже перемешивались, как им там хотелось. Вот. Так. Так. Ну, здесь уже смотрите сами, как вам захочется добавлять эти наборчики. Ну, вот так вот, да? Вот. И крышка здесь уже идет сверху. Вот так. Так, и последний вариант, который я вам хотела показать. Это тоже старые коробочки из фикс-прайса приобретала. Размер коробки 14 на 14 и высота у них 6,5. Здесь я уже, вот как я уже показывала, вот такой вот у нас топер. Так, сюда я залила вот такого зайчика, это мылотека. И сюда добавим розочки. Розы на самом деле это от заготовленного букета. Они просто как раз по цвету подошли. Я хотела просто вам показать, как это будет смотреться. Это розы Нати. Малавар НН. Очень люблю эти розы за их вот такую вот компактность. Так, ну вот такой вот набор. Здесь можно накидать всяких шариков. По-моему, шарики у меня присутствуют часто и везде. Просто это какой-то универсальный у меня такой приспособление, потому что ими можно прекрасно оживить и дополнить любой набор. Вот сколько всяких разных вариантов можно сделать. На сегодня у меня все. Большое спасибо, что посмотрели это видео. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока!